представь, космонавту Юрию Гагарину. 17 раз облетел Землю, а приземлился все равно в России. Все такие серьезные. Успокойся, хватит все. Спасибо. Надеюсь, мне что-то и от отца досталось. Он был такой... такой страстный. Без ума от мамы. Потом он заболел, и все закончилось. Я думал, что они развелись. Нет, его не стало. И на Луну мы с ним не полетели. Пойдем. Куда? Увидишь. Далеко? Ну, это, конечно, не Луна, но... Стой! О, не здесь! Вот увидишь, ничего опасного! Не волнуйся, аппарат русский, надежный! Не пойду! Пойдем, не пойдем, нечего бояться! Ерунда! Не хочу! Выпустите меня! Нет! Шаны, выпусти! Еще раз можно? Покрутите еще!